Ребятулики, ребятулики и девчули, всех приветствую на своем канале. У меня, как обычно, ночная продажа. Значит, монетки, третий штамп. 23 штуки по 10 гривен. Вот такое состояние у них. Нечищенные. 230 гривен. Часы нерабочие, молния, глухарь. Завтра их человек должен забрать. И сейчас покажу вам еще. Лотик один купили. Так, ребятки, купили вот такую еще чернильницу. У меня две таких было. Но прошлая чернильница, она не была укомплектована. Вот эта чернильница полностью в комплекте. Предыдущая и которая перед этим была, она... Там не хватало, по-моему, подушки вот этой правой, которой, или как она называется, за 400 гривен. Вот это продано. В общем, вот такие сегодняшние у нас движухи, ребята. Довольно-таки неплохо. У нас есть обучение по антиквариату, нумизматике, выезды на барахолке. Также не забывайте за средства для чистки монет. И у нас еще есть, ребятки, что у нас еще есть? Наш магазин. Ссылочка будет в описании. Заходите и участвуйте в торгах.